Всем привет и с наступающим Новым годом и православным Рождеством. Это запись от 30 декабря 2018 года, и она очень праздничная, потому что сегодня мы откроем завесы тайны над понятием «замбомба». Замбомба — это очень-очень праздничное понятие и очень подходит к рождественским и новогодним праздникам. Перед тем, как поговорить о замбомбе, мы разъясним, что такое виянсику, а точнее виньянсику. Это песенно-танцевальный жанр, который был популярен в Испании во второй половине 15-го, начале 16 века. Это такой жанр, где поэтический текст полностью накладывается на музыку. Это типа баллады или просто песня, которая наложена на полифоническую музыку. И многие виньянсикус, они анонимны. Из Испании виньянсико распространилось в Португалии, Латинской Америке, где оно существовало где-то до 19-18 века в религиозной музыке и песнопениях. И в 19-20 веке виньянсико начали называть на Иберийском полуострове просто рождественскую песню типа кэрол английской. То есть мы можем смело сказать, что виньянсико — это предшественник замбомбы, а замбомба — это фламенко-версия рождественских песен. Фламенко-версия песен Рождества и Нового года очень глубоко распространились по всей Андалусии, хотя, в принципе, сейчас формы жизни, социума, она несколько становится более закрытой, и этот жанр во многих городах испанских сходит на нет. Но в Андалусии он живет, я бы даже сказала, процветает, и люди огромные молодцы, что всем этим занимаются, и самое главное, занимаются с большим-большим удовольствием. То есть совсем недавно пели по всей Испании, во дворах, там, на улицах замбомбу, но сегодня это, ну, можно перечислить по пальцам города, в которых это прям сильно развито. И прежде всего это, конечно, Херес, также Кадис и Гранада района Сакрамонте, также Аркас де ла Фронтера. В последние годы замбомбы там переживают колоссальный бум, потому что очень много туристов хотят увидеть это все, и сами жители хотят сохранить эту традицию. И с конца ноября начинаются широкие-широкие празднования, где царит замбомба. Замбомба фламенко не характеризуется определенными мелодическими или ритмическими элементами, и процесс афламенкадо, виянсико, основан на переводе текста из любой популярной рождественской песни в надлежащий стиль фламенко, будь то тангос, тангиос или булерия. Чаще всего вот это самые популярные такие социальные жанры. И, конечно, идет преобладание собственной традиционной системы стиля, системы пения стиля. Главное — это живая и веселая версия виянсико. Есть очень много записей, можно поискать записи Ниньо де ла Пуэбла, Мануэля Торре и Ниньо де лос Пейнес. Это такие уже, кто смотрит мои уроки, вы отлично знаете, кто это такие. Это мэтры, так скажем, фламенко, люди, которые сделали фламенко, историю фламенко. И их записи очень важны и очень популярны. Просто можете в интернете забить там Пастора Павон, Ниньо де лос Пейнес, и там у вас будет обязательно
Виансико или Замбомба, которую поет этот человек. Я предлагаю к моему видео, кстати говоря, в дополнительном материале видео рождественских фламенко-тусовок. Там очень много всего популярного и интересного. Об истории там много говорится и описывается. Все. Одно видео я собираюсь перевести в ближайшее время, поэтому можете немножко повременить с просмотром видео. Я вот одно видео вам переведу. Компас замбомб обычно вальсовый, хотя есть и тангос, и тангиес. Вальсовый — это что значит? Что мы можем петь пор булерия замбомбы. То есть испанцы вовсе не привыкли петь только «Feliz Navidad», «Feliz Navidad». Они привыкли заморачиваться с компасом, будь то тангос, будь то булерия, и накладывать на традиционные мелодии и песни компас и делать фламенко-тусовку, вот эту тусовку супер-супер-супер замбомбовской. То есть, может быть, компас. Это может быть компас тангоса. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А может компас. Раз, два, три. 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 Это вальсовый. Или булерия. Может, булерия может быть вальсовый. То есть та-та-та-та-та-та-та-та-та. А может быть шестерками, идти шестерками. Компас булерии де херес. Тональность замбомб самая разная. Это может быть мажор, минор и фламенко. Жители города Херес отдельно выделяют замбомбу де херес, потому что считают замбомбу исключительным своим стилем. И это неспроста, потому что действительно наиболее широко распространена замбомба именно в Хересе де ла Фронтера. Замбомба в Хересе – это не только рождественская песня какая-то, это вообще называется так тусовка фламенко, то есть называется замбомбой все, что происходит. Замбомба в Хересе является символом Рождества. Вина Хереса – традиционные кондитерские изделия. И вот эти вот колядки, афламенкадо – это три кита, на которых базируется празднование Рождества в Хересе и сама замбомба, как тусовка. Истоки этой рождественской вечеринки находятся в общении, которое было организовано во дворах домов соседей, где они делились раньше едой, винами, закусками, а также прибаутками, какими-то ритмами. Это все было частью популярной культуры. И здесь происхождение замбомбы восходит к XVIII веку. И в Хересе, то есть вообще, так скажем, колыбели фламенко, да, смесь ритмов и слов не могла не стать афламенкадо. То есть это не просто вот, ну, рождественские песни, которые мы поем на счет 4, там Holy Night, на-на-на-на, на-на-на-на-на-на-на. Нет, в Хересе это полностью фламенко, это компас, это музыкальные инструменты, это довольно сложное пение. И сегодня замбомба является визитной карточкой вообще этой земли. Это рождественская такая феерия, на которую собираются все люди из разных городов, из разных стран, хотят увидеть это, и все собираются на это посмотреть. Вообще жители Хереса очень гордые и самолюбивые. Они всегда говорят, что если в других городах есть процент танцоров, певцов и музыкантов фламенко, то в Хересе все рождаются танцорами, музыкантами и певцами. И это, в этом есть доля правды, потому что действительно это невероятно музыкальные люди. Замбомба представляет собой такую тусовку, где люди танцуют,
поют Риантико со фламенкадос в хоре и не в хоре, и соло под звуки замбомбы. И мы поговорим о том, что третье понятие замбомбы – это музыкальный инструмент замбомба. Иногда в сопровождении других инструментов, таких как бубны или бутылки, наполненные анисом. В настоящее время это привело к участию в них профессиональных музыкантов, профессиональных танцоров. Каждый год, начиная с декабря, можно насладиться многими-многими замбомбами, которые или запланированно происходят, или вообще совершенно не запланированно на улицах Хереса, спонтанно. Это бывает просто на улице, на территории каких-то братств, в клубах фламенко и барах, в пеньях, например, или в таблао, где каждый может присоединиться и принять участие во всем этом действии. С 2015 года, кстати говоря, утверждена декларация «Замбомба де Херес» в качестве популяризации культурного интереса к ней. Она считается одним из наиболее важных этнологических культурных выражений Рождества автономного сообщества. Эта декларация признает туристическую и культурную ценность замбомбы как одной из главных отличительных черт города Херес и всей Андалусии в целом. Я сказала также, что замбомба – это музыкальный инструмент, также ее называют рунчо. Звук издается от трения. В Испании замбомба – это инструмент, который сопровождает и пение, и танец, и какие-то гимны. Также замбомба используется во многих латиноамериканских странах и в их традиционной музыке. Что собой представляют замбомба? Это такой цилиндр, типа ведра такого или гончарного, не знаю, горшка большого, который может изготовлен быть из дерева, из керамики. Чаще всего это керамика. Один конец закрыт закладкой, такой накладкой, которая пересекается через центр стержнем, который может быть изготовлен из дерева или другого материала. И этот стержень иногда заменяется веревкой. И потирая вот эту удочку обеими руками, создается вибрация, и она передается на кожу, и создается своеобразный низкий такой звук. Вы можете это все услышать на видео, которое я указала. Что касается танца замбомбы, это вообще совершенно огромная тема, совершенно у нас не развитая в России, которую можно организовать очень интересно, очень круто. То есть можно сделать просто номер замбомбы. То есть номер рождественская песня, фламенковая рождественская песня под компас булерии, сатангаса, да какой хотите, соляпор булерии, соля можно, ну это уж, наверное, не очень, но да, под быстрый какой-то ритм, скорее всего, это может быть румба. Вот. И это, конечно же, будет очень ярко интересно. Или вообще можно закатить тусовку замбомбу, то есть собрать много музыкантов, много танцоров и устроить что-то типа фиеста по рубулерис, но это будет рождественская такая фиеста. Там может быть и тангос, и булерис, и румба, и коломбьяна. То есть все очень весело и ярко, и в новогоднем таком вот стиле, в рождественском стиле. На этом у меня все. Я предлагаю, помимо исторических видео замбомбы, также замечательную постановку в Мадриде. Замбомбы на сцене. Это для вдохновения, так скажем, вашего и моего. На этом у меня все. Хочу сказать, что сегодня доступно более 30 моих бесплатных занятий. Вы всегда их можете найти на страничках ВКонтакте и Фейсбуке. Это мой проект называется «Всё о фламенко» с Ольгой Луговской. Это странички ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме я активно также выкладываю информацию. И если вы хотите поддержать мой проект,
то всегда можно перевести деньги на мою карту, номер, который указан внизу дополнительного материала. Я буду вам очень и очень благодарна. Еще раз поздравляю вас с наступающим Новым годом, с Рождеством. Если вы смотрите позже, я хочу все равно, чтобы вы зарядились отличным веселым настроением. И до скорой встречи. Следите за моими страничками.